Я рад всех приветствовать в Blender 2.79, и вот опять игра типа World of Tanks, примитивный, очень скучна без музыки. Давайте посмотрим, как добавить сюда звуки. Вот так она выглядит сейчас. Включаем и погнали. Пытаемся, все, патроны, аптечки, порталы, все тут есть уже. Танков можно больше, еще врагов можно сделать, чтобы они по какой-то системе за тобой гонялись и так далее. Escape. И добавим звуки. Звуки буду добавлять бесплатные, без авторских прав, так что извините, что они будут не такие, как в Денде там или еще что-то. Итак, принцип добавления звука. Звук добавляется аптечке или персонажу, танку при столкновении. Сначала можно постоянную музыку добавить, это вот нажать на камеру и добавить ей, так, я сразу на английский опять переключусь. Добавляем всегда Always, вот эту вот клавишу, и добавляем Sound, ну, в принципе, все просто, звук. И добавляем какую-нибудь мелодию, именно без авторских прав, чтобы не забанили. Ну, какую-нибудь, которая уже была в роликах, приятная какая-нибудь. Вот такая. Вот теперь соединяем и смотрим, что происходит. Когда мы включаем P-игру, вот у нас теперь играет мелодия. Надеюсь, вам ее слышно. Эта вот мелодия будет играть постоянно. Здесь ее можно play stop поставить или loop stop. Вот эту вот функцию. Опять же включаем P. И вот такая штука происходит. Опять же можно тут все поднастроить. 3D sound, здесь минимум. Ну, короче, интенсивность звука и так далее. Здесь вот волум можно уменьшить, сделать его чуть-чуть потише. Опять же смотрим, что произойдет. Вот звук уже помягче, подальше где-то там. Так. Нужно теперь аптечке добавить свой звук. Вот аптечка. Мы ее находим, и нужно подставить, опять же, при столкновении. Танк будет с ней соприкасаться. Звук можно добавить сразу танку, не используя какой-то предмет. Здесь вот уже порталы, всего очень много. Вот это все можно сворачивать. Вот это все нам пока не понадобится. И вот чем больше игра, вы представляете, сколько тут всего связанного, напутанного. Я в одном ролике видел, да, там голову снесет. Ну вот теперь добавляем сенсор, добавляем коллизия, столкновение. Чтобы столкновение, добавляем вот аптечку. Она уже у нас прописана, я сейчас покажу. Печатаем аптечка, потому что столкновение будет с аптечкой. Вот танк сейчас включен, если включить на аптечку, здесь вот сбоку добавлена вот такая вот Game Property, аптечка. Вот мы ее вписываем вот в этот танк, в коллизию. И добавляем sound, звук, и опять же находим другую мелодию, какой-нибудь кубик. И все это дело связываем. Ну, опять же, можно поставить play stop или loop. Это двухтактное, там, короче, при переводе можете прочитать разные названия. Play stop — это звук стоп, постоянный звук. Вот теперь включайте P. Идет звук. И включается при другая мелодия включается, именно когда мы берем аптечку.
Поэтому нужно основную мелодию сделать звук танка, допустим, поставить, чтобы он как двигатель работал так на низких диапазонах. А вот эти все, которые будут браться, аптечки, там вот патроны, разные звуки и такие короткие ставить, ну как в денди, типа блым-блым или там бум. Вот так вот добавляется музыка именно в игру. Все, всем пока, до свидания.